Всем еще раз привет. Вот, ребят, вчера я опубликовал, чтобы все ночью, да, где-то у нас ночью, наверное, многие не посмотрели это видео, да. Вот я всех просил перерегистрироваться по новой букмекерской конторе, потому что там очень широкая линия, вот. Потому что на мне нет ставок. Я сегодня хотел ставить, блядь, на тотал больше игрового тура, но его даже сняли, блядь, в фонбете, блядь, даже его сняли. В результате, блядь, мне пришлось на эти ебучие броски ставить. Это, блядь, чё-то нечто, непонятно, блядь. И проиграла ставка. Это, блядь, а знаете, что поставил? А один человек по моей ссылке зарегистрировался утром, блядь. Там, да? Зарегистрировался в этой конторе, я ему дал ставку. Вот эта ставка. Коэффициент 2. Она играет. Блядь. Ну, я хуй его знаю, блядь. Блядь, вчера написал этот пост, чтобы пререгистрироваться, начался, блядь, скандал там, блядь, вой, блядь, вот они, блядь, хуёвые отзывы, там, третье, пятое, 20. Хуй его знает, мне платят нормально, никаких проблем с этим не будет. Блядь, таким, там такие же, там еще лучше бонусы, блядь. Ну, вы понимаете, что мне не на что ставить, блядь, там совершенно разные линии. Они все, блядь, все, что хорошее, фунбет убрали. Мне не на что, на что ставить там, ёбаный, блядь, статистику туры, и ту убрали. Такая ситуация.